20 июня 1702 года корабль «Адвенчер» вышел в открытое море. Ветер был попутный. Корабль шел на всех парусах к мысу Доброй Надежды. А врачом на «Адвенчере» числился наш уважаемый и неутомимый путешественник Лемуэль Гулливер. Должно быть, уж таков я по природе. Беспокойная жизнь морского бродяги мне больше по сердцу, чем мирное житье моих сухопутных друзей. Итак, в путь, дорогой Гулливер. Да-да, в путь, друзья мои. Сначала все было прекрасно. Попутный ветер, мыс Доброй Надежды, где был брошен якорь. А потом... Потом началась буря. 20 дней корабль гнала на восток. Вся команда измучилась и мечтала только о том, чтобы этот ураган утих. А когда он утих, выяснилось, что во время бури корабль так далеко отнесло на восток, что даже самые старые бывалые матросы не могли сказать, в какую часть света их забросило и есть ли поблизости земля. Земля! Земля! Я вижу ее! Ура! Мы спасены! Земля! Капитан, мы спасены! Да-да! Я вижу длинную песчаную косу и какую-то бухту. Так и есть, капитан, это бухта. Но достаточно ли она глубока, чтобы в нее мог войти такой большой корабль, как «Адвенчер»? Трудно сказать, капитан. Пошлите к берегу баркас с 10 хорошо вооруженными матросами. Есть, капитан. Они найдут там озеро или реку и пусть привезут нам пресной воды. Капитан, позвольте и мне отправиться на берег вместе с матросами. Я прекрасно знаю, дорогой Гулливер, что вы для того только и отправились с нами в далекое путешествие, чтобы повидать чужие края. А поэтому отпускаю вас. Счастливых вам открытий. Вот так все и началось. Когда баркас причалил к берегу, Гулливер первым выскочил на мокрые камни. В поисках пресной воды матросы разбрелись по берегу, а он побрел наугад, с любопытством оглядывая новые места, но не увидел ровно ничего интересного. Измученный и недовольный, Гулливер медленно зашагал к бухте и вдруг увидел то, что испугало и удивило его. Что такое? Матросы уже сели в баркас и гребут, что есть силы, к судну? Как это они оставили меня одного на берегу? Что случилось? Гулливер хотел громко закричать, окликнуть матросов, но язык у него во рту словно окаменел. Из-за прибрежной скалы внезапно вышел человек огромного роста, сам не меньше этой скалы, и погнался за ним, как ему показалось. Бежать! О, бежать! Куда глаза глядят? О, Господи! Что это за чудовище? Человек ростом с пожарную каланчу. Да какой это человек? Что-то огромное и непонятное. Быстрее, быстрее! Пока он меня не заметил, надо добраться вот до того леса. До леса. Так я буду в безопасности. Там, мне кажется, у нас спасись. Вот и лес. Несколько странный, но все-таки, пожалуй, лес. А впрочем... Ой, что это? Прямо по голове щелкнула шишка какая-то. Ой! Опять? Да что ж это такое? Постойте, постойте. Это не шишка, нет. Это... Зерно величиной шишку.
это не лес, не сосны, а колосья ячменя, огромные, как наши деревья. Гулливер, куда ты попал? Куда? Вот так, друзья мои, наш уважаемый Гулливер оказался в стране великанов. Это страна, которая называется Бробдингнек, а главный город ее Рольбрульгрут, что значит «гордость вселенной». И живут тут люди необыкновенно большого роста. Впрочем, не будем забегать вперед, а давайте-ка вместе с нашим героем познакомимся с этим удивительным и непривычным для нас миром. Что это? Какая-то широкая темная плита. Она шевелится, поднимается. Так ведь это... Ну да, это подошва огромного башмака. О, Боже, снова это чудовище. Или другое такое же. А какая разница? Он же просто задавит меня, как лягушонка, как насекомое. Когда он закричал, закричал, что было сил, от страха, ужаса, отчаяния. Но для жителей Бробдингнега это был всего лишь жалкий писк какого-то малюсенького птенчика или кузнечика. Да-да, еще совсем недавно в стране лилипутов он сам чувствовал себя великаном, а теперь он лилипут среди великанов. Посмотри-ка, хозяин, насекомое. И как-то странно кричит. Действительно, зверек какой-то удивительный. Как его взять-то? Смотри, смотри, не укусил бы. А ты его за бока, как кузнечика. Осторожней, вы расстаньте меня. Смотри, смотри. На нас ведь он малость смахивает. И то верно. Ручки свои сложил. Я прошу вас, будьте осторожны. Пилопочет чего-то. Будьте осторожны, оставьте меня. Ну и дела. Кузнечик говорящий. Ишь ты, шляпка какая на нем. Опусти-ка его на землю, я хозяин. Я благодарю вас, спасибо. И ходит-то, как мы. Ну, точь-в-точь. Клянусь, хозяин, это он кланяется нам. Очень даже похоже на то. Я приветствую вас, уважаемые великаны, и хочу предложить вам в качестве скромного подарка вот этот кошелек с золотом. Смотри, смотри. Опять что-то говорит. Лопочет и лопочет чего-то. Смех да и только. Это ж надо. Слушай, хозяин, давай-ка пойдем и покажем его нашим. Так и сделаем. Ну-ка, кузнечик, иди сюда. Заверну-ка я тебя в платок, да и в карман. Вот так. Пойдем, хозяин, развеселим наших. Пойдем, пойдем, как раз к обеду и поспеем. Вот и мы. Ну, садитесь, садитесь обедать. Не спеши, хозяйка. Сюрприз у нас. Да. Сюрприз? Это интересно. Что такое? Даже не знаю, как тебе сказать. Ну, ладно, ладно, хватит тянуть. Говори. Ну, что такое? Ну, так и быть. Смотри. Ой,
Что это? Зверек! Зверек! Низко кланяюсь вам, уважаемые дамы! Ой, он вроде чего-то даже говорит! Бесполезная игрушка! Не игрушка это, а живое что-то! Ой, дайте мне ее, пожалуйста, дайте мне ее! Пожалуйста, осторожней, осторожней, пожалуйста! Бери, доченька, только следи, чтобы все было в порядке! Хорошо, хорошо! Тихо-тихо, осторожно! Ой, спасибо вам! Ой, ну надо же! Ручки! Смотри, мама! Совсем такой, как мы! И ноги, смотрите, толстые! Я его буду звать, знаете как? Знаете как? Ну? Грильдрик! Подходящий! Маленький, хороший! Маленький человек! Так тому и быть! Здравствуйте, хозяева! Можно к вам? Кого мы видим? Здравствуйте, дядюшка! Давненько не были вы у нас. Да уж, порядочно, порядочно. Но дошел до меня слух о вашей необыкновенной находке. Вот и заглянул. Да, находка удивительная, дядюшка. Говорят, зверек крошечный, меньше белки, но с виду очень на нас похож. Похож, дядюшка, похож. И ходит на двух ногах, и стрекочет на каком-то своем наречии. Да не только на своем наречии. Дочка моя научила его по-нашему говорить и понимать. А назвала его Грильдрик. А, ишь ты, человечек, значит. Да, а он ее прозвал своей Глюмдальклич. Нянюшка, значит. Она и есть нянюшка. Не отходит от него. Ну, шутка ли? Кукла, да еще живая. Ишь ты. Такой у нас понятливый, послушный. Охотно идет на зов и делает все, что ему приказывают. Да что ты все говоришь, да говоришь. Посмотреть-то ведь куда интереснее. Это можно, дядюшка. Эй, Глюмдальклич! Эй! Давай, показывай своего Грильдрика. Пожалуйста, смотрите. А ну-ка, Грильдрик, покажи, чему я тебя научила. Ну? Он маршировал вдоль и поперек стола, по команде вынимал из ножен свою шпагу и вкладывал ее обратно, кланялся гостю и, конечно же, разговаривал с ним. Да-да, разговаривал уже на языке великанов, которым обучила его нянюшка Глюмдальклич. Ух ты! Как поживаете, уважаемый гость? Живу, как видишь. Очень приятно. Здоровье как? Да ничего вроде. Рад с вами познакомиться. Я тоже. Заходите к нам еще. Ладно, то есть, спасибо. Молодец. Славно. Просто славно. Диковинный человечек. А вот что я вам посоветую. В ближайший базарный день поезжайте-ка с ним в город и покажите его там за деньги всем любопытным. Хорошо заработаете. О, что? И то верно. Спасибо, дядюшка, за добрый совет. Не хочу. Ну что ты? Ну как же так? Вы же обещали его мне, ну совсем. Теперь забирайтесь, возите его по ярмаркам. Ну, тихо, тихо.
Так ведь и ты будешь с нами ездить. И он твой, твой. Ну и нам поможет подработать. Соорудим ему ящичек понадежнее и в путь. Такого вы не видели нигде и никогда. Только сегодня один день в гостинице «Зеленый орел» за умеренную плату вы можете увидеть удивительного зверька. Этот зверек чуть больше человеческого пальца, но выглядит как настоящий человек. Вы слышите меня, сограждане, как настоящий человек. Он понимает все, что ему говорят, сам умеет произносить немало слов по-нашему и проделывает самые разные забавные штучки. Почтеннейшая публика, пожалуйста, сюда. Такого не видели, не видели никогда. Такого не видели. Народ валом повалил в гостиницу. Гулливера поставили на стол, а Глюм-Даль-Клич взобралась на табуретку, чтобы охранять. Начинаем! Мы волнуемся, но надеемся, что ваши ожидания не будут обмануты. А ну-ка, Ильдрик, выходи! А вот и я! Смотри-ка! Такой, как мы, только меньше моего мизинца. Игрушка какая-то, ей-богу. Ну, хватит, хватит, тихо, тихо. Начинай, Глюм-Даль-Клич. Музыка! А ну-ка, шагом марш, Грильдрик. Раз, два. Очень хорошо. А теперь шпага. Вот она, шпага. Из ножен в ножны. Из ножен в ножны. Из ножен в ножны. Удар. Еще удар. Молодец, Грильдрик. А теперь бери соломинку и действуй. Господа, это не соломинка, а копье. Итак, прием из копье. Раз, два. Налево. Гали. Защита. Удар. Еще удар. Теперь защита. И победа. Здорово, вот это дрессировка. Человек. Почище любой обезьяны. Что хорошо, то хорошо. Браво! Тихо! Тихо! Внимание! А теперь говори, Грильдрик. Я поднимаю этот бокал за вас, уважаемый великан. Пусть я мал, но я человек, а не игрушка. Я очень рад познакомиться с вами. До новых встреч! Ваше здоровье! Вот это да! Вот чудо как чудо! А говорит-то, как мы! Ой, чего так на свете не бывает! Не увидел, не поверил бы! Ну что ты, еще раз непременно надо посмотреть! И денег не жалко! И понял тут хозяин, что показывать Гулливера дело очень выгодное. И, недолго думая, решил объехать с ним все крупные города страны великанов. Начались бесконечные переезды и выступления. В
каждом городе расклеивались афиши, где черным по белому было сказано: «Кто не видел ученого Грильдрига, тот не видел ничего». Почтеннейшая публика, пожалуйте сюда. Такого вы не видели нигде и никогда. Наш Грильдриг умеет все, все. Не только выполнять наши команды, но даже читать, писать, считать, что угодно. Считать любая дрессированная собака умеет. Да-да, пусть почитает. Пожалуйста, вот книга. Нет, уж лучше вот это моя. Не возражаю. Читай, Грильдриг, а я подержу книгу. Сказка об удивительной стране великанов. Проверяйте. Все правильно. Надо же, кузнечик, а читай. Еще вопросы есть? Есть. Кто ты, кузнечик? Я человек. Ерунда, ты просто насекомый. Я такой же человек, как вы, только меньше вас. Откуда ты? Из Англии. Что это такое? Страна такая же, как и ваша. Да не может быть. Но ведь я только что читал вашу книгу о стране великанов. Но это же сказка. А у нас в стране тоже есть такая сказка. А со мной, как видите, это случилось в жизни. Выступление по 10-12 раз в день. Хозяин был жаден и не хотел слышать ни о каком отдыхе. Я очень устал, Глюмдальклич. Я верю тебе, верю, Грильдриг, но я не знаю, как остановить отца. Мог ли я когда-нибудь предположить, что стану дрессированным зверьком? Ты знаешь, это очень грустно, Глюмдальклич. Очень грустно стать игрушкой. Право, грустно. Но я же люблю тебя. Это мое единственное утешение. А вот и я, и новость у меня необыкновенная. Отец, Грильдрику надо отдохнуть. Что-что? О чем ты говоришь? О каком отдыхе? Сама королева пожелала увидеть нашего Грильдрика. Сама королева! Ой, неужели? Не может быть! Собирайтесь живее. Сегодня мы выступаем во дворце. В этот день представление удалось на славу. Никогда еще он не орудовал шпагой и соломинкой так ловко, никогда не маршировал так четко и весело. Королева была в восторге. Она милостиво протянула ему свой мизинец, и Гулливер, бережно обхватив его двумя руками, приложился к ее ногтю. Скажите, дорогой Грильдрик, не хотели бы вы остаться у нас во дворце? О, я был бы счастлив служить такой прекрасной, такой милостивой и мудрой королеве, если только хозяин согласится отпустить меня на волю. Он согласится. Ты слышишь меня, хозяин? Я беру себе этого человечка. Сколько ты хочешь получить за него? 1000 золотых, ваше величество. Вот тебе 1000 золотых. А ты, Грильдрик, теперь наш. Я низко кланяюсь вашему величеству, но если милость ваша равна вашей красоте, я осмелюсь просить мою повелительницу не разлучать меня с моей дорогой Глюмдальклич, моей нянюшкой и учительницей. Ну, очень хорошо, она останется при дворе. Здесь ее будут учить и хорошо смотреть за нею, а она будет учить тебя и смотреть за тобой. Глюмдальклич чуть не подпрыгнул от радости. Хозяин был тоже доволен. Уложив деньги, он низко поклонился королеве, а Гулливеру пожелал удачи на новой службе. Ты, кажется, сердишься на своего бывшего хозяина, Грильдрик. О, нет,
О, нет, что вы, королева, нет. Но я полагаю, что мне не о чем говорить с ним. До сих пор он сам не разговаривал со мной и не спрашивал меня, могу ли выступать перед публикой по 10 раз в день. Я обязан ему только тем, что меня не раздавили и не растоптали, когда случайно нашли в поле. За это одолжение я с избытком расплатился с ним теми деньгами, которые он нажил, показывая меня по всем городам и деревням страны. Мы квиты. Я не хочу быть дрессированным зверьком, забавляющим праздную публику. Но я с радостью готов служить вам, моя прекрасная королева и повелительница. Клянусь, я поражена. Я никогда не видела и не слыхала ничего подобного. Это самое рассудительное и красноречивое насекомое из всех насекомых на свете. И, взяв Гулливера двумя пальцами, она понесла его показать королю. Посмотрите, ваше величество, что за чудо я принесла вам. С каких это пор вы, моя дорогая королева, стали коллекционировать дрессированных мышей? Мышей? Да. Вы говорите мышей, ваше величество. А ну-ка, Грильдрик, поклонитесь королю, пожалуйста. Ого! И кто же это, моя дорогая королева, смастерил вам такую забавную заводную игрушку? Игрушку? Вы говорите игрушку, ваше величество. Будь любезен, Грильдрик, скажи нам что-нибудь. Я бесконечно рад приветствовать ваше величество и хочу выразить надежду, что вы отнесетесь ко мне не как к забаве, зверьку или игрушке, а со всем вниманием и мудростью, свойственной великому правителю удивительной страны Бромдингнег. Однако, это действительно что-то странное. Кто ты? Я человек! Но, только не увлекайся. Человек, равный по величине насекомому, не может быть назван человеком. Откуда ты? Из Англии. Что это такое? Страна, такая же, как и ваша. Но я же ничего о ней не знаю. Так же, как и мы, ничего не знаем о вашей стране. Резонно, резонно. Не хочешь ли ты сказать, что есть страна, где живут такие же существа, как ты? Да, да, ваше величество, миллионы таких, как я, миллионы. Боже мой, в это невозможно поверить. Позвать ко мне ученых, которые должны объяснить мне это явление. И вот они явились, эти ученые-мужи, и стали внимательно разглядывать нашего Гулливера. Да, это действительно не зверь, так как он ходит на двух ногах и владеет членораздельной речью. Так. И не рыба. Нет, не рыба. У него нет ни хвоста, ни плавников. Он и не птица, так как у него нет крыльев, и, по всей видимости, он не умеет летать. Да, это верно, но в то же время ни в одной книге нет упоминания о насекомом, которое было бы так похоже на человека. Да, но это не может быть человеком, не может, если судить по его ничтожному росту и еле слышному голосу. О человеке не может быть и речи. О чем вы говорите, коллега? Так. Коллеги, мне все абсолютно ясно. Это элементарная рельплюм сколькац. Да-да, вусус натурус, да. Типичная игра природы и все. Коллега, рельплюм сколькац. Я должен огорчить уважаемых ученых, сообщив им о том, что в далекой Англии живут миллионы таких людей, как я. Причем, хотел бы заметить,
что умственные способности отнюдь не возрастают пропорционально размерам тела, а напротив, в нашей стране наблюдаются, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени наделены ими. Однако это просто дерзость. Вы забываетесь, рельплюмсколькоц. Я не могу согласиться с тем, что я какая-то там игра природы, как вы утверждаете, господа ученые. А кто? Кто вы? Я человек, такой же, как и вы. И мне оскорбительно ваше высокомерие, чувство превосходства надо мной. Ваш огромный рост не дает вам основания относиться ко мне подобным образом. Он прав, господа ученые. Хотя я не совсем вас понял, уважаемый Грильдрик. Не хотите ли вы сказать, что у вас там, в Англии, есть гнездышки и норки, которые вы называете домами и городами? Именно так, ваше величество! И вы живете там по всем законам и установлениям, которые приняты и у нас? Не знаю, так ли, как у вас, но свои законы у нас имеются. Это что-то сверхъестественное. И существуют у вас титулы и ордена? О, да. Вы щеголяете нарядами и выездами. И любите, сражаетесь, ведете диспуты, плутуете, изменяете, развлекаетесь. Да, именно так, ваше величество. О, Господи! Как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые могут перенимать его. Господа ученые, мы должны смириться с мыслью, что природа бесконечна в своих проявлениях. А с вами, Грильдрик, я надеюсь еще не раз побеседовать и как можно больше узнать о жизни столь странной и неведомой мне. Это будет большая честь и радость для меня, ваше величество. И Гулливер стал жить при дворе. Король и королева очень любили своего Грильдрига, а придворные были с ним весьма любезны. Придворные всегда бывают любезны с теми, кого любят король и королева. И все-таки один враг был у него. Будь осторожен, Грильдрик. О чем ты, Глюп-да-клич? Я говорю о карлике королевы. Помни, он очень тебя не любит. Почему? Ну, понимаешь, до твоего появления он считался самым маленьким человеком во всей стране. Понимаешь? Его наряжали, возили с ним, прощали ему разные шутки и шалости. Ну, а теперь появился ты. Да, я обратил внимание, Глюм-да-клич, он ходит по дворцу какой-то хмурый, злой, сердится на всех, а больше всего на меня. Ой, Грильдрик, пожалуйста, будь осторожен. Как это ужасно, когда тебе завидуют. И в чем? В том, что ты слабее и беззащитнее других. Ну-ну. Как это ужасно. Конечно, он уже не дрессированное насекомое, но он все-таки игрушка, забава и не более. Да, друзья мои, это очень трудно жить, когда все смотрят на тебя сверху вниз. Да, очень странно и грустно, когда даже самые маленькие птички нисколько не боятся тебя. Однажды обыкновенный дрозд подскочил к нему и клювом выхватил из рук кусок пирога, который Глюм-да-клич дала ему на завтрак. А собака садовника, она схватила его зубами и понесла по саду к своему хозяину. Побывал он в лапах и у обезьяны, величиной с нашего слона, и чудом спасся. В общем, всякое бывало. И, честно говоря, устал он, очень устал опасаться всего на свете и мечтал только об одном – опять оказаться среди людей,
самых обыкновенных людей такого же роста, как он. Скажи мне, Грильрик, кем ты был у себя в своей стране? Я корабельный врач, и всю свою жизнь я провел на море. А не хочешь ли ты прокатиться на лодке? О, мечтаю, но ваши лодки слишком велики для меня. А если я закажу для тебя игрушечный корабль? Боюсь, Ваше Величество, что его ждет судьба всех игрушечных корабликов. Морские волны перевернут и унесут его, как ореховую скорлупку. Ну, мы что-нибудь придумаем. Но море ты увидишь, Грильдрих, увидишь. Послушай, Грильдрик, эй, Грильдрик, нам нужно собираться. Куда и зачем, Глюмдальклич? Король и королева едут на морское побережье и берут нас с собой. Морское побережье? Да. О, это прекрасно, это прекрасно. Я сейчас же иду собираться. Иди, иди, и я пойду уложу все необходимое. На следующее утро королевская семья со свитой и слугами отправилась в путь. Гулливер ехал в специальном дорожном ящике, сделанном для него. Он лежал в гамаке, заменявшем ему постель, и когда было жарко, открывал боковые верхние окошки, сделанные в этом ящике доме специально по его заказу. Это было прекрасное путешествие. Ну вот мы и прибыли. А ну-ка, Грильдрик, вылезай из своего ящика. Так где же мы находимся, Ваше Величество? Это наш летний дворец. А как далеко он от моря, Ваше Величество? Совсем рядом, каких-нибудь 18 миль отсюда. О, я очень рад и благодарен вам, Ваше Величество. За что? Ну, за все, за ваши добрые ко мне отношения, за заботу. Ты словно прощаешься со мной, Грильдрик. О, нет, я просто очень люблю море. И благодарю вас за предоставленную мне возможность вновь увидеть его. Ты его обязательно увидишь, Грильдрик, обязательно. Сегодня же тебя отвезут на берег. В добрый путь, мой маленький человечек. И это был действительно добрый путь. Чудо, о котором мечтал наш Гулливер, все-таки совершилось. Вот оно море. Я вижу его через окошко своего ящика. Ах, если бы на горизонте показался треугольник паруса, хоть издали, хоть на мгновение. Но что это? Кто-то дернул за кольцо, ввинченное в крышку ящика. Ящик качнулся и стал стремительно подниматься вверх. Что такое? Что случилось? Со всех сторон я вижу только облака и небо. В чем дело? А дело в том, друзья мои, что какая-то огромная птица подхватила ящик дом нашего путешественника и понесла его. А дальше? Дальше все было как в сказке. На эту птицу напала другая, она хотела отбить у нее добычу. Птица выронила ящик, он полетел вниз и упал в море. Чудом Гулливер остался жив. Раз уж тебе везет, то везет до конца. Его заметили с корабля, с обыкновенного корабля, взяли на буксир, и вскоре он был среди своих соотечественников.
23 июня 1706 года корабль, который принял на свой борт Гулливера, подошел к берегам Англии. Итак, путешествие окончилось. И вот он едет домой. Странно. Все вокруг кажется мне таким маленьким. Деревья выглядят, как мелкие кустарники. Дома и башни, как карточные домики, а люди, как лилипуты. А между тем, это такие же люди, как и вы, уважаемый Гулливер. Я понимаю, но я не могу привыкнуть к этому. Он боялся раздавить прохожих и громко кричал, чтобы они посторонились. На это мне отвечали бранью и насмешками, а какой-то сердитый фермер чуть не поколотил меня палкой. И поделом, не задирай нос понапрасну. Наконец Гулливер подъехал к воротам своего дома. Старый слуга открыл ему двери, и он, нагнувшись, переступил через порог. Жена и дочь выбежали ему навстречу, но он не сразу увидел их, потому что по привычке смотрел вверх. Все родные, друзья и соседи казались мне маленькими, беспомощными и хрупкими, как мотыльки. «Должно быть, вам очень плохо жилось без меня», — говорил я с жалостью. «Вы так похудели и уменьшились в росте, что вас просто не разглядишь». А друзья, родные и соседи, в свою очередь, жалели Гулливера и считали, что бедняга сошел с ума. Так прошла неделя, другая, третья. Я понемногу стал привыкать к своему дому, к родному городу и знакомым вещам. С каждым днем все меньше удивлялся, видя вокруг себя простых, обыкновенных людей, обыкновенного роста. В конце концов, он опять научился смотреть на них, как на равных, а не снизу вверх и не сверху вниз. Смотреть на людей таким образом гораздо удобнее и приятнее, потому что при этом не приходится задирать голову и не надо сгибаться в три погибели. Право же, друзья мои, это так хорошо быть самим собой и чувствовать себя равным среди равных.